Уязвимости операционных систем и популярных приложений могут послужить лазейкой для хакеров и вирусов, которые выведут из строя вашу корпоративную сеть. Но как уследить за всеми устройствами в ней и обновлениями программ, которые устанавливают ваши сотрудники? Решение есть. Представляем Kaspersky Systems Management. Это набор инструментов администрирования, который быстро обнаружит подобные уязвимости и предложит их устранить. Давайте посмотрим, как он работает. Откройте Kaspersky Security Center. Запустите мастер первоначальной настройки сервера администрирования. Нажмите «Далее» и активируйте Kaspersky Systems Management. Если вы используете прокси-сервер, задайте его параметры, а затем укажите, хотите ли вы проверить актуальность плагинов и инсталляционных пакетов. Подтвердите свое участие в Kaspersky Security Network, введите ваш email и адрес SMTP-сервера. Выберите опции «Искать и устанавливать требующиеся обновления» и «Использовать сервер администрирования в роли службы обновления Windows» и дождитесь завершения работы мастера. Затем перейдите в меню «Политики», откройте свойства агента администрирования и включите опцию «Использовать сервер администрирования в роли службы обновления Windows». Теперь откройте свойства задачи «Установка требуемых обновлений и закрытие уязвимостей» и в разделе «Параметры» кликните «Добавить». Создайте правила для сторонних обновлений и задайте его критерии. Выберите программы, которые вы хотите обновлять. Введите имя нового правила и сохраните настройки. Затем просто запустите задачи «Установка требуемых обновлений и закрытие уязвимостей» и «Поиск уязвимостей и требуемых обновлений» и дождитесь их завершения. Вот и все. Ваша сеть находится под защитой, и вам больше не нужно беспокоиться о незакрытых уязвимостях и устаревших программах. Узнайте больше о том, как защитить вашу корпоративную сеть на сайте support.kaspersky.ru.